Всем привет, это моя игра Краса. В этой части я буду снимать GTA 5. В режиме режиссера. В этой части буду снимать. Так, вам сделать. Смотрите, в этой части мы... Я вам скинь покажу. Ну я там, короче, буду убивать там. Понимаете, что такое? Буду делать. Ша, там хочу пока-пока. Загружу. Приятного просмотра. Чтобы. Если кто хотите, покушайте обязательно, не сидите видео голодным. Ну, это видео всем понравится, кроме девочка, если девочка это смотрит. Трек. Потому что они не любят, убивают кого-то, а мальчики ведь любят стрелять. Ну, а как? Ну, ставьте лайк, чтобы я очень много выходил по GTA. Я помню, как я играю таксистом. И я выпустил эту GTA пожарка. У меня только 3 части это вышло по GTA. А по Майнкрафту также, кстати, вышло. Вот. Сначала, но это так должно быть. Ой. Всем видно, что... Режим режиссера. Сейчас я вам это покажу. Вот режим режиссера. Такой будет выглядеть, если вы режиссёром будете. Так. Бездельники обыватель, потому что обыватель мой самый крутой игрок для меня. Для других мог обыватель. Не самый. Например, в этом режиме он может перемещаться в любые. А, в этой части я угоню самолет и посажу его. Чтобы вы увидели, как не понимать уже что, да? Поставьте лайк, кто это понял. Кто не понял, поставьте лайк. Все, да, все видно. О. Что угоним? Сначала это. О, пассажирам. Как всегда говорите, эту музыку уберем. Это было шам. Оп. Ой. Я бы забыл, что у меня вот это, я неуязвимость включу, чтобы меня тут, я не грохнулся. Ой, извините, что сейчас было. Это самолет. Я бы вас, я пусть такой. Надеюсь, вы слышите меня. Это такой шум. Сейчас слышите, да? Вот это хорошо. Вот мы управляем уже. Повторяю, играю боксом. Сейчас особо для патронов я ведь всегда. Повторяю, во что я играю.
Так что приятного просмотра, а мы начинаем. Я полету музон люблю. Это сибирку. И погнали! Извините, я на вот это не расшитовал. Ой-ой. У меня тут проблемы со заглуковым. И я грохнул воду. Уша выплыву, как всегда, под названием телепорт. Потому что... Поднимайте. Извините. Под это включу. Потому что сейчас вы видели, что с ним стало, когда уже камера разглючила. Я тут поломаю чуть-чуть. Поломаю чуть-чуть. Потому что тут. Охренеть, встать. Ой. Ну, сейчас. Кадр какой-нибудь. Так, надо. Призубить опять. Ой. Ничего так много. Ну, это я недавно. И потом узнать, сейчас надо смотреть, как он бабахнет. Сейчас на этом хочу. Надо еще увидеть. Я уже включила под этим. А мы погнали! Речка Мартини, мы на карантине. Речка Мартини, а мы на карантине. Шашлык запретили, мы на позитиве. Ну, а Ленки точно хватит. Это надо, ну, что на 6. Антисептик на исходе. Обрабатываем все в телефоне и даже в своих жилах. А теперь все это сходим. О, ролики точно хватит на 5 или 6 лет. Опа, пожалуйста. А мы погнали дальше. И подведем итог. Ну, я тебе вам просто показал, как я летаю. И всем. Ой, сейчас под конец. Всем удачи. Всем пока-пока.